Всем привет! Это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. Сняли с чердака старые межкомнатные двери и решили их отреставрировать. Сейчас будем давать этим дверям вторую жизнь. Это самодельная дверь, сделанная еще во времена СССР. Обычный каркас из сороковки обшит с двух сторон листами ДВП, то есть крайсом. Стекло стоит рифленка толщиной 5 мм. Двери очистили от грязи и пыли и наждачкой сняли глянцевый слой на листах ДВП. Это нужно для того, чтобы лучше прилипла самоклейка. Эти двери предназначены в летнюю кухню, поэтому самоклейку купили темную. И еще один совет. После того, как обои будут наклеены, дверь нужно вынести на солнце минут на 30. И если были какие-то изъяны, то они исчезнут. Можно, конечно, дверь оставить в таком виде, так даже лучше смотрится. Но мы решили покрыть бесцветным лаком. Так как у нас они будут стоять в летней кухне, и их время от времени придется протирать влажной тряпкой. На стекло наклеиваем малярную ленту и лакируем. После того, как лак высохнет, протираем его мелкой наждачкой и наносим второй слой. Так выглядят готовые двери. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться, жмем на колокольчик, ставим палец вверх и до новых встреч!